На территории строительного округа Якутска также прошли праздничные мероприятия, посвященные одному из главных государственных символов страны – российскому флагу. На традиционной встрече приняли участие все активисты округа. Выступающие рассказали, почему флаг так важен для любого государства, познакомили с историей российского флага. Отметим, что строительный округ является одним из самых крупных округов столицы. Здесь, по предварительным данным, проживает свыше 60 тысяч человек. Округ – это единая семья, но у нас округ такой очень большой, и, соответственно, каждый работает в разных сферах, структурах, и все равно мы как живем как в большом муравейнике, то есть каждый вносит свою лепту. Все равно живем, помогаем друг другу по мере возможности, да, у нас очень много вот этих дальнейших целей и планов. Главное, сейчас надо их реализовать и идти уверенно вперед.